На раз, два, три, разрываем коробку, подождите. Раз, два, три! Ну что, с Новым годом! Вы не ожидали столько подарков? А? Вы не ожидали столько подарков? Ну что, много? Вот, видите, Дедушка Мороз сколько вам много подарков принес. Это, наверное, потому что вы себя вели, ну, очень хорошо в этом году. То есть в прошлом году, да, Аминка? Да. Смотрите, сколько у нас подарков. У меня сейчас? Да, сейчас мы будем их распаковывать. Но, смотрите. Да, наверное. Сначала мы откроем каминчику. Я буду ему помогать. Аминочка будет помогать. А потом мы распакуем Аминкины подарки. И братик также ей будет помогать. Да, а кому не терпится, он может сразу перейти по ссылочке и посмотреть Аминкины подарки. А кто хочет, может посмотреть это сначала... Это тоже Камиль. Да, а кто хочет, сначала может посмотреть распаковку каминчика, а потом Аминочки. Ну что... Всех с Новым годом! И начинаем распаковку. Ну что, давайте, каминчик. Выбирай любой подарок. Смотри. Смотри. Наверное, Дед Мороз. Он все пометил специально, чтобы вы не путались. Голубой бантик и зеленый бантик – это твое. Слышишь? А, Аминочка, а твои? Вот, розовенькие и красненькие. Я заберу. Давай. Первый подарок каминчику, что это? Кинетический песок. Кинетический песок. Покажи. Вот, смотри, он с формочками, это самый настоящий кинетический песок. Что это? Какой выбор? Вот это. Чуть побольше? Давай, открывай. Я буду... Давай, давай, конечно, помогай, Аминочка, помогай. Так. А, я что-то вижу там. Что ты там видишь? Вот. Что там видишь? Вот. Оу, что это? Это как... Так, ничего себе! Пушка! Это пушка! Это нерф! Мега! Патроны такие большие! Ух. У меня нет слов, это просто супер! Классный! Смотрите, он перезаряжается, наверное, да? Как винчестер! Крутой! Ну-ка, давай посмотрим! Эндстрайк, мега! В тебя не надо стрелять? Ты не будешь в нее стрелять, Камиль? А? Нет. По Минку не будешь стрелять? Нет. 10 патронов в комплекте. Классный нерф. Rot of Fury. Или Fire and Strike. Класс. 3, 4, 5, 6, 7. 7 патронов. А написано 10 патронов. Может там где-то еще внутри? Может это дальность? Нет, написано 10х, то есть 10 патронов. Нет. Дальность 23 метра. На 23 метра стреляет. Вот. Где? Да, вон там написано, видишь? Круто. Классный. Так, ну что, будешь проверять его? Или потом откроем, покажем? Потом, давай, все, молодец. Значит, поехали. Убираем его в сторону, да? Ставим сюда. Так, что у тебя, следующая коробочка? Да. Давай, помогай каминчику. Что? Давайте, давайте. Опа, видишь, как легко рвется? Опа, штурмовик! Оу! Это интерактивный штурмовик, скорее всего. Я видел такой в магазине. Покажи. Вот. Класс. Это штурмовик от... А? От Star Wars штурмовик. Давай. Оп. Так, что здесь написано? Star Wars. А, это из фильма «Изгой 1». Последняя серия штурмовиков этих «Звездных войн». Помнишь? Да. Мы ходили в кинотеатр, смотрели. Да. Классный. Что здесь у нас написано? Disney, Hasbro. Классный штурмовик. Давай посмотрим, что он умеет делать. Давай. Так, давай нажмем на кнопочку. Смотри, там написано. Нажми. Нажми. К бою готов. О, у него светится здесь что-то? Смотри, здесь как это, как файтер. Видишь, снизу горит. Он же за Дарт Вейдером. Из темной стороны. Да, Минка? Задача не из легких. Дальше что он? Что он умеет? Мне интересно, а это что? Давай распакуем, посмотрим, что еще он умеет. Оп. Сейчас мы тебя освободим, наш друг. Звездский. Да.
Ну-ка. Оп. Аккуратно пальчики. Оп. Держи. Штурмовик готов. Сейчас я возьму его оружие. Достану. Ду-дум. Держи. О, бластер. Вот, а это его рюкзачок. Это что такое? А, это, знаешь, полетная штука, вот это, чтобы летать. Ну-ка. Это он наставляется, вот. И он летает. Нажми на кнопочку, он как-то вот должен вот так вот летать. И здесь у него, видишь, кобура специально для его бластера. Двигаются все части. Ого! Он уже к бою готов, Камиль. Ну-ка, шлем снимается? Нет. Руки, да, двигаются. Держи. Голова. А понажимай еще, посмотри, что он еще умеет. Ну-ка. Приказ понял. Ты ему дал какой-то приказ, что он не понял? Да. Задача не ясна. Уйди, уйди отсюда. Нет, может, он поможет тебе распаковать все твои игрушки. Давай. А? И Аминке тоже поможет. Давай спросим. Ты готов? Вперед. Вперед, говорит. Давай, следующую коробку открываем. Давай, открывай следующую коробку. Сейчас мы берем, чтобы не мешало нам. Поехали. Нет, здесь ножнички не нужны. Здесь ножнички не нужны. Давай, я уберу. Что стоишь? Помогай! Давай! Я к бою готов! Аминка! Что это? Что это? Это динозавр! Это динозавр! Чомплинс! Зумер! Комментик Зумер, это у нас когда-то был наш дружок, которого как звали? Зумер, собачонок. Вот, а это теперь у него будет друг. Смотри, Аминка, это интерактивный динозавр. У него еще косточка. Да, он, у него еще косточка. Смотри, Камиль. Классный. Зирекс его звать. Зирекс. Он выполняет очень много команд. Он даже может, смотри, укусить палец, руку. Где? Смотри, вот, если ему в пасть засунуть руку, он может у тебя цапнуть. Классно, у него много датчиков. Вот, что он умеет делать? Разозли его. Игра в догонялки, интерактивные игры и режим охраны. То есть можно поставить на охрану все свои игрушки. И когда кто-то придет, может, какой-то вор проберется к нам и захочет забрать свои игрушки. Или Аминка. Или Аминка. Да. Рек сразу ее тянет. И издаст какие-то звуковые сигналы. И тогда Каминчик прибежит. Пио, пио, пио. Ты испугалась? Ну что, давай, смотри, если захочешь открывать, то откроем. Если нет, переходим. Давай, открывай. Ура, динозаврик, головастик, смотри, какая у него огромная голова. Давай. А там маленький. А что это у него здесь такое? А, здесь ему надо развязать. У него тут слюнявчик. У него слюнявчик, Аминка, смотри, у него как слюнявчик здесь. Он же маленький еще. Я маленький, погладь меня. Так, это его косточка. Смотри, Аминка. Это его косточка, Рекс. Это как в фильме «Ночь в музее», помнишь? Там тоже был динозавр Рекс. Держи. Он включился? Да. Так, а у него есть батарейки? Нет, у него, наверное, батареек нет. Надо ему батареечки поставить. Сейчас мы поставим ему тогда батареечки. Аминка боится. Ладно, я его включаю. Ну-ка. Ох ты. О, глаза закорей, смотри. Эй, малыш. На, держи косточку. Ням-ням-ням-ням. Ну-ка, ну-ка, открывай. Ой, а что ты сделал? Ты нажал? Охрана! Это, наверное, охрана. Зирекс! Зирекс! Мы еще не разобрались. Ой! А он, наверное, ходит, нет? Он должен ходить? Эй! На, косточку, держи. Открывай рот. Держи, ну-ка, открой рот. Ну-ка! Ой, штурмовик забрал его косточку. Да, штурмовик принес обратно твою косточку. Держи. Моя рука. Я все расскажу Дарт Вейдеру. Следующая коробка. Открываем. Аминочка, иди помогай скорее. Дай Аминочке тоже помочь тебе. Вот. Что это? Машинки Звездные войны. Машинки Звездные войны? Hot Wheels. Смотри, это машинки Hot Wheels, Звездные войны. Это коллекционная серия. Смотри, каждая машинка здесь... Чурбака.
обозначает, Чубака. Да, героя Чубака. Чубака! И он обозначает каждого героя из фильма «Звездные войны». Смотри, эта машинка Чубака. Сделана в виде этого волосатика Чубака. Это у нас Хан Соло. Смотри, тысячелетний сокол. Он же управлял тысячелетним соколом, помнишь? Угу. Так, это у нас Рей. Помнишь девочку Рей? Последняя серия, седьмой, я помню, мы смотрели. Это у нас Демерон. Ой, Демерон. А, это вот эти из повстанцев. Сопротивление. Из сопротивления, помнишь? Ага. Вот эти чуваки. Смотри, которые... смешно. А это Масканата. Бабка, помнишь? Угу. Бабуля вот эта. Опа. Опа, опа. Ой. Ну-ка, с этой стороны получше. Смотри. Оп. Открываем. И... здесь они прикреплены. Это у нас первый Чубака. Салютин. Это у нас тысячелетний сокол. Такой кадиллак маленький. Классно, супер сделали. Ну-ка. Смотри, этот джип. Да, ну дай посмотри. Самый прикольный, наверное, здесь это Чубака. Волосатик. Дай. Держи. Давай следующий. Я хочу вот этот. Давай. А, эту бабулю? Бабуля тоже прикольная. Аккуратно. Самая прикольная бабуля. Самая прикольная, да, это бабулька. Смотри, у нее сзади он. А, у нее сзади, помнишь, в фильме был, где меч хранился, этого джедая? Угу. Вот здесь вот, в коробочке. Видишь, на багажник ему закинули. Ей. Крутяк. Какая ветка, посмотри. Это вот сопротивление. Пилот. И... у нас Рей, девочка Рей, да, у нее, смотри, даже исполнена вот ее, помнишь, у нее одежда такая была? Да. Вот. И такая вот масочка, да? И такая, нет, это не маска, это просто сделали как глаза. Ну супер, ну классно, это коллекционные машинки, да, я думаю, что можно будет их потом посмотреть. Может, еще какая-то серия выйдет, вот сейчас вышли последние «Звездные войны», и из этой серии будут еще машинки. Поэтому я думаю, что мы будем их коллекционировать. Каминчик выбрал уже другой подарок. Интересно, это что за подарок? Хвостик. Это хвостик? Давай, и же отрежем хвостик. Так. Все, убираем. И распаковываем. Интересно, а что там, конфеты? Так. Это коробочка. Сейчас. Убираем. И там... что это? И там... мой телефон! Ура! Мы ждали этого. А может там еще что-то? Ну-ка, нет. Давай посмотрим, Минечка, ну-ка. Да нету там больше ничего. Мы очень ждали долго телефона. Ты очень долго просил Дед Мороза. Открыть. Да, мы очень ждали телефона. Каминчик, ну скажи, ну сколько ты ждал этот телефон? Каминчик даже сначала чехол попросил для него. Давай, откроем. Так, а где он открывается у нас тут? Давай, держи. Вот, сам распаковывай. Твой телефон сам открывай. Айфончик, да, Камиль? Тут коробочка. Коробочка. Давай, открывай, открывай. Ну-ка, я тебе помогу. Так. Ну, как тебе? Вау. Как у папы. Как у меня телефон. Да, пятый. Ну-ка. Айфон пятый. Так, зарядка. Что? Тут зарядка. Это тоже блок питания. И наушнички. Будешь слушать музыку, играть теперь? Да, и не будешь нам теперь мешать со своими громкими играми. Я взял вот такой толстенький. Что? Толстенький. Смотри, Аминка тебе уже выбрала коробочку. Где? Вон, смотри. Ух ты. Что это? Что там может быть? Как ты думаешь? Подожди, не распаковывай. Что там может быть? Как ты думаешь? Конфеты! Да это слишком много конфет! Да вы что, у вас там все слипнется от таких конфет больших. Давайте дальше. Давай. Та-дам! Что это? Или что это? Да куколия! Что это? Вот. Трансформер! Еще один! Еще один трансформер! У нас уже такой трансформер один был. Вот, и мы... ну, похожий, да? Не такой. Дед Мороз, еще один. Это что за трансформер? Как его зовут? Это зовут Оптимус Прайм его. Оптимус Прайм! Он на пульте, Камиль, смотри. Да? У него есть комплекты. С Бамблби они, в принципе, хорошие.
У нас Бамблби. Бамблби. У нас был Бамблби, да, желтый. Он тоже превращался в машинку. И при нажатии кнопки на пульте он превращался. Это мой любимый. Да, ну. Так, что у нас получается? I am Optimus Prime, он говорит. Что он? И превращается из грузовика, Камиль, превращается, смотри, в этого. Машинку. Если хочешь открывать, давай откроем. Если давай, нет. Я подожди еще один. Ну, да, еще один? Пока подожди, не спеши. Вот этот. А, вот этот подарочек? Да. Все, Камильчик решил вот этот подарок оставить, да? Да. Мы его отложим сюда. Наша коллекция общей. И открываем. О! Это что за коробка такая большая? Что там может быть? Подождите, не открывайте. Только не говорите, как вообще. Может, Кока-Кола? Может, поиграем в игру «Что, где, когда?» Что в черном ящике? Открываем. Подожди, давай. Вот так вот, чтобы ребятам тоже было видно. Еще назад. На раз, два, три, разрываем коробку, подождите. Раз, два, три. Что это, Камиль? Что это? Робот-монстр! Огромный мускулистый робот-монстр! Спайдер-Эппиен! Ну-ка, Спайдер-Мэн! Что там, ручка? Ого, да тут его как... Где его открывать-то хоть? Смотри! Вот тут вот, пап, смотри! The Amazing Spider-Man! Он выполняет кучу, смотри, кучу команд! Ну тут все опять же, как на русском ничего не написано, но вот, смотри, можно посмотреть по картинкам. Он танцует, вот, поднимает руки. Хорошо, мы сейчас все откроем. Папа, я вообще-то умею танцевать. У него даже шляпа есть, смотри, в комплекте. Ой. Где? Где? Вон шляпа, смотрите, вон. Вон там шляпа. Вон шляпа, смотри, может одевать его и снимать. Смотри, вот так. Оп-оп-оп-оп. Какой-то цирковой. А смотрите, какой у него пульт. Смотри, Аминка. Смотри, какой у него пульт. Смотри, сколько он всего делает, функции выполняет. Так, давай. Ладно, откроем. Да что-то мы тут... Наверняка вот это не должно быть так. Ну, как всегда, в своем репертуаре. Мы просто разорвали эту коробку. Открыли? Готово? Папа! Все, убираем? А, шляпу я забыл. Смотри, шляпка. Да ему смотри, ему даже руки-ноги связали. Ой, бедненький, мы тебя освободили. Смотри на эту руку его. Ух ты, вот мы тут привязали, а. Ну, малыш, мы тебя освободили. Интересно, он... Это малыш. Умеет кушать, готовить? Может, он будет нашей маме помогать? Сходить в магазин за хлебом, допустим. Он же многофункциональный. Все. А, давай ему лапки освободим еще. Такой маленький, малыш. Ну, смотри, это не маленький. Смотри, это большущий. Это, наверное, скорее... Ты его малыш. А он твоя мамочка. Давай, правильно. Ну-ка. По ногам топчет тебе. Смотри, где его большие ноги. Я Гигантос! Давайте вставим батарейки. Я тебя обниму. В общем, смотрите, друзья, так как здесь большие батарейки, а у нас таких нет, это там прям такие вот такие круглые бачки большие, бочонки. Вот. Мы тогда купим батареечки, да? У нас просто их сейчас нет. И сделаем тогда отдельный обзор на это видео, да? Покажем, что он умеет. Все, тогда давай. Монстр, Спайдермен. Иди сюда, иди к своим друзьям. Давайте, следующий подарок. Идите, выбирай. Аминка, да, опускайте. Опускай, Аминка тебе выбирает, какую хочешь. Давай, неси его. Не тяжело? Не тяжело? Давай, Камильчик, распаковывай. Так, штурмовик, пылесос. Давай, убирай его. Мне не терпится. Не терпится. Мои подарки открывать. Так. Что это? Что это? Что это, Камиль? Это меч Star Wars. И он, смотри, многофункциональный. Тут столько всего. Смотри, можно это все будет вот так вот вставлять. Так как у нас такой меч уже был, то есть у нас есть он. Вот.
Мы, я думаю, что этот меч потом в дальнейшем можем разыграть среди наших подписчиков. Не будем его распаковывать, да? Вот. И оставим его тогда, потом разыграем. Как ты думаешь, нормально? Вот. Ну что, вот такой вот меч, у нас он уже был, так что, ну, не знаю, мы решили его не распаковывать. Вот. Давай, отложим его сюда, к нашим подаркам, и выбираем следующий. Иди помогай, давай посмотрим, что здесь. Интересно? Коробка-то большая. Опа. Ой, я что-то вижу. Что это, Камиль? Лего-ниндзяга. Это лего-ниндзяга, смотрите, будем это корабль. Снимать. Будем снимать, смотрите, это большущий корабль ниндзяга из серии, да, ниндзяга номер 707-38. Крутой набор, большущий, да? Что здесь, смотри, корабль. Еще две коробочки у Каминчика осталось. Смотри, здесь дракон. Будем открывать. Корабль, смотри, какой огромный. Огромный корабль. Да, кстати, Камин. Его рекламировали, я видел по телевизору. Да. Да? Камин, герой снимать. Крутяк. Смотри, Камин, он тоже здесь, да, функциональный. Смотри, здесь какие-то кнопочки есть, смотри. Круто. А сколько здесь персонажей? Посмотри. Целая коллекция этих ниндзя. Раз, два, три, Ния, Коль, Ллойд. Я его прочитал. Ллойд. Помнишь Ллойда? У нас тоже есть видео. Моро. В общем, я не буду сейчас их тут читать. Тут заморочены. 10, 11. И еще один к одному человечек. Смотри, это кто? А, это Ллойд. Да, вот он. Один к одному. Вот такой вот размер. Слушай, ну классный набор. Давайте другие подарки открывать. Да, мы не будем открывать это лего, скрывать. Смысла нет сейчас это все детали тут рассыпать, да? Но потом снимем также на него отдельный обзор. Поехали в сторону. Ну-ка, Каминчик, убираем. Следующая коробка. Ты решил с тяжелой отмерить, да? Все большие коробки, да? Да, давай, открывай. Я разорвала. Давай, разрывай. Еще лего. Лего, что за лего? Ой, это почти все маленькое. Сейчас, подожди, Аминочка, до маленькой сейчас дойдет очередь. Что за? Что это у нас? Давай. Жестра логово. Это тоже огромный набор. Тут очень много деталей. Смотри, жестра. 5, 7, вулканическое логово. Смотри, вулкан написано. Ой, да? 7 человек. Да, тут тоже целая коллекция. Смотри, тут даже книга есть монстров. Камиль, смотри. Класс. Раз, два, три. Четыре. Четыре, пять. Сам Джестро есть даже, смотри. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Папа. Ой, как у этого лего-ниндзяга. Лего-ниндзя. 11 человечков. Давай посмотрим, что здесь. Тут должны быть, наверное, щиты, которые можно будет также сканировать. Да, там щиты у нас, щиты в другом отделе. Вот тут вот у нас. Раз, два, три. Сколько щитов три, в комплекте? Пять, шесть. 5 щитов. Нет, они сканируются. 6 щитов, они сканируются. Ну, класс. Следующий, последняя коробка у Камиля осталась. Последняя коробочка. Давайте. Как ты думаешь, что здесь? Ну, вот ты тоже это очень сильно любишь. Я думаю, что там это вот как раз и будет, то, что ты любишь. Кровать. Кровать? Да. Вот в этой коробке кровать? Ты что, она думаешь, какая-то киберкровать, которая превращается в огроменную? Ладно, не будем томить. Распаковываем и сейчас все узнаем, что внутри. Открывай. Пальчик снимаю. Майнкрафт! Это наш самый первый набор Лего Майнкрафт. У нас еще не было ни разу ни одного набора. О, скелет. Да, это вот... Крипер, это Стив, скелет и... Кто там еще? Да, я прочитаю. Алекс? Да, это самый первый наш набор Лего Майнкрафт. И, по-моему, это... Как он называется, ты не помнишь? Дом на дереве, по-моему, да? Стой. Да, дом на дереве. Дом на дереве будем снимать. Да. Дерево, и мы переходим к подаркам нашей маленькой Аминке. Кто захочет, кому будет интересно, да, это будет в следующем видео. Переходите по ссылочке и посмотрите, что подарил Дед Мороз нашей маленькой сестричке. Они там уже сейчас друг друга перегрызут из этих коробок. Так что поехали. Открывай.